Тыквенная каша знакома многим, а вот то, что из тыквы можно приготовить вкусные и полезные конфеты, знают не все. Такое лакомство понравится и взрослым, и детям. Внешне конфетки очень похожи на молочные ириски, но по вкусу и полезным свойствам у них нет ничего общего. Итак, для того, чтобы приготовить такие конфеты, нам понадобится 0,5 кг тыквы. Моем ее, вычищаем сердцевинку, чистим и нарезаем произвольными кусочками. Только не делайте их слишком мелкими. Помещаем кусочки тыквы в кастрюлю и заливаем доверху водой. На умеренном огне отвариваем до готовности и не забываем снимать пенку. Ну а пока тыква варится, подготовим агар-агар и форму. 2 чайные ложки агара заливаем 2 столовыми воды. Хорошенько перемешиваем и оставляем на некоторое время в сторонке. Размер моей формы 10 на 15 сантиметров. Застилаем ее пищевой пленкой. Кстати, делать это совсем не обязательно, можно обойтись и без нее. И смазываем капелькой подсолнечного масла дно и бока формочки. На готовность тыкву проверяем ножиком или шпажкой. Если она мягкая, значит готова. Варилась она у меня 12 минут. Воду сливаем, а саму тыкву взбиваем погружным блендером до состояния пюре. Кстати, из водички, в которой тыква варилась, я приготовила воздушные зефирки маршмеллоу. Видео обязательно будет на канале. Добавляем к тыкве сахар, лимонную кислоту и возвращаем на плиту, где периодически помешивая доводим пюре до кипения. Убавляем огонь до минимума и добавляем подготовленный агар. Постоянно перемешивая, увариваем пюре еще 5 минут. За это время оно станет гуще и плотнее. Не дожидаясь остывания, перекладываем горячую массу в подготовленную форму и разравниваем сверху лопаточкой, чтобы в итоге и основание конфеток также было красивым и аккуратным. Через полчаса, когда пюре немножко остынет, убираем форму в холодильник на 3 часа до полного остывания. Конфетки нарезаются очень легко, по текстуре они чем-то напоминают мармелад, такие же мягкие и упругие. Эти конфеты внешне очень похожи на ириски, а какой у них вкус и аромат! Спелая сочная тыква. Из 0,5 кг овоща у меня получилось 470 грамм конфет. Немало. Будем кушать эти полезные вкусные конфетки с удовольствием. Советую обязательно приготовить и попробовать их и вам. До новых встреч! Пока-пока!